Как хорошо-то, да? В 6 утра на теплом полу. Где-то прошлялся всю ночь. А от дождей от этих такая сырость, так холодно дома, прям ужас, вот эта вот сырость. Включила вчера вечером теплые полы. Вот он сейчас прибежал и развалился. Как хорошо-то. Как хорошо. Рыся удивилась сейчас вот. Удивила. Кинулась на него с крыльца, зашипела. Ты глянь-ка, прям хозяйка в доме у нас. Да, Кабась? Ты глянь, какая девка-то. Вот они все помоечные. Вот такие. Угу. Обиделся. Лежит, думает. Думает, что делать дальше, как жить. Не думай. Оботрется. Ой, не могу. Ну, ангел. Доброе утро, мои дорогие. А то кота уже показала, а с вами еще не поздоровалась. Ну, я, правда, не то что здоровалась. Поздравляла вас с праздником. Но день-то идет своим чередом. Вот буду снимать. Рыся. Рыся стала наглая. Ой, вообще, мои хорошие, наглая. На кота кидается. Просто прям. Так, ну что у меня тут? Пано мое досыхает. Покрашенное. Да, да, без тебя. И уже кем-то обосранное. Положила посушить. Сейчас закрашу. Хотела обрезать дальше тюльпаны. Ой, наклонилась, а там вот этих мошек черных, которые кусаются. Они прям роем. Нафиг, пускай пока. Не хочу опять укусанной быть. Ой, день сегодня, что значит праздник? Тихий, смотрите, ни ветра, ничего. 9 утра уже. 18 градусов в тени. Шикарный день будет. Ну, так и должно быть. У меня что-то мелисса в этом году с желтыми какими-то пятнами. Не знаю, что это такое. Вон какая крошечная бабочка. Ой, не знаю, девчонки, видно вам, нет? Где она у меня? Вот слепая коза. Сама не вижу ни хрена. Чебрец зацвел. Такими маленькими-маленькими цветочками. Но вид у него ужасный. Это какие-то, не знаю, что это. Их, наверное, тоже обрезать надо. Так черти что. А я все выйду на улицу, все хожу, причитаю. Ой, какой сегодня день. Ой, вообще. Ветерочек-то поднялся немножко, но так, не сильный. Вот 19 градусов в тени, но из-за того, что вот нет сильного ветра, прям припекает. Вон, видите, я хожу в футболке.
в тоненькой. Красота! Вот, сейчас было 12 часов. Я включила на всю громкость День Победы. Открыла дверь на улицу. Вот, и у меня песня прозвучала. Ландыши цветут. Ну, их мало, но цветут. И рыська мне под руку головой своей. Рыська. Смотрите, какой инжир уже. Еще листья не все вылезли. А инжир уже зреет. Порядочные люди на 9 мая водку пьют. А я лазию, полки протираю. Вот выдвинула холодильник и все там мою. Нет у меня компании. Вот смотрите, видите, какой чайничек Алинкин. В Шри-Ланке сделан. Плохо, конечно, мало у меня места. Нет места для мебели. Некуда посуду красивую поставить. Так вот стоят, что руками делаю, да кое-чего. Я вообще никогда не думала, что мне захочется выставлять какую-то посуду красивую раньше. А сейчас бы с удовольствием были бы какие-нибудь витрины с подсветками. Старость не радость. Все-таки позвонила Толику. Надо в аптеку ехать. Ну, без таблеток никак. Ой, гоняют вовсю. А вот как вы думаете, что это у меня растет? Лен. У меня две банки трехлитровые льна. Я взяла и вот так вот просто на землю просто высыпала. Ну, и он так у меня растет. Посмотрим, зацветет голубой лен или нет. Должен. Рыся. Провожает, так и ходит за мной. Ну, а как? Зацвели буйным цветом после дождей-то. Не даю я тебе покоя. Привет. О, он какой. С ленточкой, с георгиевской. Все как положено. Ой. Как праздник, есть праздник. Да. А я ненормальная. Когда все водку пьют, я целый день убираюсь. А я уже смеюсь, девчонкам говорю, я говорю, ну нет у меня компании. Я тебе не сказал, еще не вечер. Поговорка такая есть. Да. Я съехал, смотрю, Гаиш вот крутанулся. Я следом за ним зазывал, куда же он того какая-то трех. Гонял там на Калиновку. Что там такое? Дома у меня она около меня лежит, стоит, я замерз, буль-буль-буль.
Так, ну что, съездили с Толиком. Какой-то амлодипин. Другой или зинопрел тоже какой-то. А я еще думаю, чего-то дешевле. 27 рублей. Чего ж я не посмотрела там? Ну, что это? Таблетки, что ли? 27 рублей. Я думаю, что... А эти 30. Ну, да ну, какая-то херня. А я что-то, блин, Толик торопится, я и не поглядела. Ясно. Так, и что я еще купила? А что я купила? Купила ножки куриные, молоко, хлеб, черные сигареты. Вот и все. Ну вот как вы думаете? Время без 15:08. Вырубился интернет. Ну. Ой. Ну что, если сейчас вот не включат, что делать? Коба, слышно, прыгнул. Ветрище такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, раз такой ветер, быстренько сейчас попрощаюсь с вами. Да пойду. Северо-западный ветер дует. Так, нет, пойду-ка я во двор, да? Кабасенька прибежал. Сейчас Иринка звонила. Сегодня у нашей Лидии Федоровны, у Валериной мамы, день рождения. Ну вот, которой 93 года. Она 8 марта сломала себе шейку бедра. 10-го ей сделали операцию, выписали уже ее давно домой, вот, и она ходит, Ира говорит, по комнате ходит сама, а по квартире ходит, ну, с ходунками, с такими. Все надоело, дома сидеть надоело, хочет на улицу, кроссворды разгадывать надоело. Ой, молодец, бабушка, конечно. Молодец. Подарили ей пионы. Она любит пионы очень. Вот. С 9 мая, значит, прислали открытку за подписью Путина. Ну, понятно, это напечатано. Но она же как малый ребенок. Гордая. Довольная. Ой, ой. Да, мы с Иринкой говорим, дай бог, пускай живет больше 100 лет с таким желанием жить. Да, Рысь? Видите, какие уже листочки у граната? Телефон мне все выдает, сеть без доступа в интернет. Я и так без вас знаю. Ой, хоть бы дали бы, а, интернет, ну что это? Ну что, мои дорогие? Спокойного вам вечера, спокойной ночи. Всем всего самого хорошего. Будьте здоровы, не болейте. Берегите себя. Ну и пока-пока.